Всем привет, с вами Кас. На этом видео у нас вот такой вот здоровенный телефон. Китаец Samsung. Samsung T3 называется. Будем делать сейчас Hard Reset. Смотрите на модель. Вот Samsung T3, модель T3. Данный телефон зависает и имеет определенную проблему. Если у вас заблокирован под графический ключ, заблокировали и не можете открыть, то следуйте следующим инструкциям. У нас есть кнопка звук плюс, звук минус и кнопка питания. Зажимаем звук плюс и питание. Вот появляется вот такое вот меню. Отпускаем. Здесь у нас есть три пункта: Recovery, Fastboot и Normal. С помощью звука плюс мы листаем до Recovery. И зажимаем звук минус для подтверждения. Все, ждем роботика. Появился у нас вот такой вот робот. Дальше нажимаем питание. Зажимаем питание и звук плюс. Вот появляется вот это вот меню. Дальше звуком минус листаем до Wipe. Data Factory Reset. Вот, теперь зажимаем питание. Дальше листаем звуком минус Yes, Delete All User Data. Нажимаем питание. Ждем. Все. Теперь дальше листаем до Wipe Cache Partition. Нажимаем питание. И все. Теперь нажимаем Reboot System Now. И ждем полной загрузки телефона. И вот наш телефон загрузился. Все работает отлично. Всем, кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на мой канал. Всем пока.